Во Владивостоке на спортивной набережной открылась фотовыставка в честь Международного дня учителя. На выставке «Образование в лицах» представлены 17 педагогов и директоров школ. Для нас это огромная честь сегодня открывать такую замечательную выставку. На ней именно те педагоги, которые являются победителями, призерами городских конкурсов, региональных конкурсов профессионального мастерства. Те школьные коллективы, которые показывают из года в год положительные результаты по повышению качества образования. Сейчас в школах Владивостока трудится почти 2700 учителей. И по словам учителя русского языка и литературы школы номер 74, на этой выставке могло бы быть больше портретов, потому что достойных преподавателей в городе очень много. Сразу скажу откровенно, потому что мне было как-то не очень ловко, потому что я считаю, что помимо меня даже в нашей школе очень много достойных учителей, а я уж не говорю о целом городе. Поэтому мне очень приятно, тем не менее, что моя фотография вот здесь, на этой фотовыставке. Лица лучших учителей увидят тысячи жителей и гостей города. Но, по словам директора гимназии номер 2, самыми важными гостями фотовыставки будут ученики и выпускники школ. Очень приятно, что в год педагога и наставника была организована такая фотовыставка. Я знаю, что по итогам учебного года всегда проводится рейтинг образовательных учреждений по очень многим показателям. Ну и наше образовательное учреждение по этим показателям вошло в десятку лучших образовательных учреждений. И поэтому нам предложили предоставить фотографию, и небольшую информационную справку о своих успехах. И вот очень приятно, что на такой замечательной выставке оказался практически весь наш коллектив. Напомним, в рамках года педагога и наставника власти региона уделяют особое внимание успехам образовательных учреждений. Когда команда Константина Владимировича Шестакова пришла, взвалила на себя бремя управления Владивостоком, то было заявлено, Сергей Михайлович, не даст соврать, что образованию будет уделяться огромное внимание. В этом ряду и восстановление стадионов в этом году 33, и ремонт, и строительство. Организаторами фотовыставки «Образование в лицах» выступили администрация Владивостока и туристка информационный центр Приморского края. Увидеть лучших педагогов Владивостока можно будет в течение 2 недель на спортивной набережной города. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова. Новости на 8.